Отечественная война советского народа против немецко-фашистских захватчиков. Казалось, было холодно всегда. И от росы они слегка поблекли. Зарю, что шла по травам и кустам, обшарили немецкие бинокли. Цветок в росинках весь к цветку приник, и пограничник протянул к ним руки. А немцы, кончив кофе пить в тот миг, влезали в танки, закрывали люки. Такою все дышало тишиной, что вся земля еще спала, казалось. Кто знал, что между миром и войной всего каких-то 5 минут осталось. Снова дралась во дворе. Ага, мама, но я не плакала. Вырасту, выучусь на маяка. Я уже в ванне плавала. Боже, не девочка, а беда. Сил моих больше нету. Мама, а вырасту я когда? Вырастешь, ешь котлету. Мама, а купим живого коня? Коня? Да что же это делается? Мама, а летчики примут меня? Примут. Куда же они денутся? Ты же с каждого сатана душу сумеешь вытрясти. Мама, а правда, что будет война? И я не успею вырасти.